положительно. Граждане хорошие, мне нравится и город, и страна, и клуб. Очень доволен всем. В этом году, мне кажется, очень добротная команда подобралась. Много хороших и техничных игроков. Фиорентина играет красивый футбол. Болельщикам нравится, мне кажется, интересно смотреть, приятно. Сейчас я травмирован, поэтому на данном этапе от меня ждут выздороветь. Быть здоровым, то есть готовым играть. По поводу первого разговора, то он был очень коротким, потому что я вообще ничего фактически не понимал. Мне тренер только поприветствовал и сказал, что рад видеть там, и так далее. В карьере получил болезненные очень удары. Вначале думал, что не так серьезно, а сейчас уже больше 10 дней не толком даже ходить нормально не могу. Поэтому иду на поправку, надеюсь, еще пару дней буду здоров. Если честно, нет, не смотрел в этом году. В принципе, команда у них сохранилась, даже что была в прошлом сезоне. И по прошлому сезону могу сказать, что очень хороший коллектив и много хороших футболистов, украинских футболистов и легионеры сильные тоже. Ну, как таковых задач никто не озвучивал. Все ребята хотят добиться как можно больше. Вот понимаю, что подобралась хорошая команда и хотят как можно выше занять место и в чемпионате, и в Кубке, и в Лиге. Тренер сказал, что все матчи важны.